первых секунд матча стало ясно, что команда Саров-Фэкстова настроена решительно. Ни хозяева льда, ни гости не стали терять время на раскачивание, а сразу ринулись атаковать ворота друг друга. Спортсменам нужна была только победа. Открыть счет удалось лишь к середине первого периода. С разницей в 3 минуты хоккеисты из Кстова забили 2 шайбы. Упорная борьба. Вначале забили удачно. Повели 2-0, 2-1. Где-то напряга была. Вот. Потом пару голов забили. Считаю, чуть-чуть вот это как-то сломило команду Саров. Ну, были моменты у них вернуться в игру. Но ребята выстояли. Вот. Хорошая игра. Зрителям понравилось. Саровчане в этом сезоне уже встречались с хоккеистами из Кстова в начале декабря. Тогда наши спортсмены проиграли. Клуб Кстова – одна из сильнейших команд региона. 4 года подряд она завоевывает серебряные медали чемпионата области в высшей хоккейной лиге. В этом году опять ставим задачу занять 1-е место. Вот. Ну и в плей-оффе не хотим попасть на команду Саров, потому что команда хорошая. В очередной игре атаки сменялись контратаками. Матч проходил на высоких скоростях. Лишь на 14-й минуте саровчане отыграли 1 шайбу. Гол забил Ярослав Селякин. Во втором периоде саровчане пропустили 3 шайбы, в ответ забросив еще 1. Люди хотели больше, было желание, было движение. Мы немножко вышли недонастроенные, где-то, может, перегорели. Ну, как бы состав был оптимальный, максимальный. Я думаю, что могли зацепиться, но где-то игра вратарей, где-то игра обороны немножко подвела. Третий период начался еще с 1 гола в ворота саровчан. Остаток матча обе команды провели в нападении. То одних ворот, то у других. Но больше забить не удалось. Итог игры 6-2 в пользу Кстова. Где-то на равных, где-то уступили. Вот те моменты, где уступили, их не хватило. То есть они забили свои моменты, мы не забили свои моменты. Плохо играем в обороне. Динамичная игра спортсменов не обошлась без нарушений. На протяжении матча обеим командам довелось поиграть в меньшинстве. Но не все нарушения правил заканчивались штрафом. Лояльность судей заставила нервничать хоккеистов. И соперник нарушал, и мы нарушали. И у них пропускали, и у нас пропускали. И поэтому игра ломается, и все переживают, все нервничают. Все выходит с колеи. Следующий матч наши спортсмены проведут на выезде. 8 февраля они встретятся на льду с командой «Спартак» Тумботиным. Стать победителем на Олимпийских играх. Такую цель ставит перед собой Никита Родионов. Лыжным спортом он занимается почти 10 лет. В декабре прошлого года сдал нормативы на звание мастера спорта. За его плечами много различных соревнований, каждое из которых было особенным. 10-я зимняя спартакиада учащихся в Удмуртии тоже запомнилась. Награды завоевать было сложно. Трасса довольно тяжелая, но мы были готовы к ней. У нас была достаточно хорошая подготовка. Ну, гонки были тяжелыми, но мы все справились, все было хорошо. Самая тяжелая гонка была, наверное, гонка на 15 километров классическим стилем. Индивидуальную гонку юноши бежали в первый день соревнований. По ее результатам 2 воспитанника Саровской школы Олимпийского резерва поднялись на пьедестал почета. Сергей Шаров стал 2-м, а Никита Родионов занял 3-е место. Очень крутые подъемы, и они были довольно-таки длинные. После них шла еще равнина, и не было возможности отдохнуть. После сложнейших 15 километров на следующий день ребята должны были бежать спринтерскую гонку. И здесь нашим спортсменам не повезло. Родионов перед финишем упал, сломал палку, в итоге там не попал. А у Шарова Сергея там произошла совсем другая ситуация. Там на спуске в забеге падает участник, он за него цепляется, тоже падает, то есть гонка закончилась. За все неудачи на спринте саровские спортсмены отыгрались на эстафете в последний день соревнований. После 3-го этапа отставание составляло 26 секунд, но ребята смогли наверстать время и обогнать соперников. Впервые в истории юношеского спорта наша команда заняла 1-е место в эстафетной гонке. Спартакиада, которая уже 10-я, такого не было точно. И мы еще вот как раз первый раз за всю историю спартакиад учащихся попали на финал, причем не отдельной командой, а именно, то есть не отдельными спортсменами, а командой. Сейчас подопечные Николая Седова активно тренируются и готовятся к финалу спартакиады учащихся, который пройдет в Красноярске в начале марта. По словам тренера, к этому времени лыжники будут в лучшей физической форме. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Две самые титулованные баскетбольные команды Нижегородской области, Саровский «Атом» и «Мотор» из Заволжья, сошлись в классическом противостоянии. Матч держал и игроков, и зрителей в напряжении до самых последних секунд. Первая четверть осталась за хозяевами 21-13. Сначала мы повели, казалось бы, да, вот комфортное преимущество, но вот несколько ошибок и
команда «Заволжья» уже очко разницы к половине, 44-43. Предсказать исход матча было невозможно. Игроки использовали все известные приемы, шли на хитрость, чтобы одолеть соперника. Ни одна команда уступать не собиралась. «Атом» был серьезно настроен на игру. Ну как же все понимать, что приедет «Заволжье»? Тут по-другому быть не может. Ну, немножко состава не хватает, не полный состав. Несколько человек получили травму. Наша команда отлично сыграла в третьей десятиминутке. Баскетболисты «Атома» показали надежную защиту, а в нападении забивали все наши игроки. К концу последней четверти, благодаря слаженной работе игроков, «Атом» вырвал победу у «Заволжья». Итоговый счет матча 91-84. Следующую домашнюю игру «Атом» проведет 22 февраля. Противником наших баскетболистов станет «Спартак» из Богородска. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Геннадий Киселев с первого класса занимается лыжным спортом. Молодой человек все свободное время посвящает тренировкам. В этом году его выбрали для участия в зимнем фестивале ГТО, где он защищает честь родной 20-й школы. Ну, это честь спать за школу, а также позволяет получить дополнительные баллы, то есть преимущество среди сдачи ГТО и знаков отличия. Геннадий первым на своей дистанции пришел к финишу с большим отрывом, опередив соперников. Секрет успеха прост. Много лет он занимается в спортивной школе «Атом», имеет первый взрослый разряд. Геннадий отмечает, что в нашем городе растет популярность лыжного спорта среди молодежи. Проект «Белгородского улучшения лыжной базы» тоже больше 10 тянулось. Также на выходных часто вижу много людей молодых катается, так что думаю, у нас все хорошо. Лыжные гонки – это лишь первый этап зимнего фестиваля ГТО среди школьников. Второй пройдет в выходные в спорткомплексе «Юниор». По виду испытаний будут прыжок с места в длину с толчком двумя ногами, пресс количество раз за одну минуту, отжимания для девочек, подтягивания для мальчиков. После завершения второго этапа подведут итоги. Победители получат кубки и дипломы. Из детей, показавших лучшие результаты, сформируют команду для участия в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО в Лукоянове. Взрослые саровчане этой зимой также смогут попробовать свои силы в сдаче норм комплекса. Также у нас предполагается в феврале сдача ГТО. Это лыжи, плавание, стрельба. Всех желающих приглашаем, пожалуйста. Регистрируйтесь, приходите, мы всегда готовы принять. Центр тестирования ГТО в Сарове находится в здании бассейна «Дельфин». Телефон для справок 993-94. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». За победу в матче хоккеисты команд «Саров-2005» и «Металлург-2005» боролись на равных. На каждую заброшенную шайбу соперники тут же отвечали голом. Первый период закончился со счетом 1-1. После второго отрезка игры опять ничья 3-3. Лишь в заключительной части матча пятая шайба саровчан осталась без ответа. Атаки выксунцев не увенчались успехом. Возможно, где-то усталость моральная накопилась. Плюс это такой пик сезона, что и травмы где-то маленькие, небольшие, говорю, моральная утомляемость. Плюс много ребят не было основных. «Металлург» приехал в Саров без шестерых игроков основного состава. Поэтому за команду играли ребята 2006 и 2007 года рождения. После проведенного матча выксунские хоккеисты находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Команда потеряла турнирную мотивацию. В плане борьбы за выход в плей-офф, то есть потеряли шансы. Поэтому немного не настроились, но не оправдывает нас. Как бы результат очень безобразный, ребята сыграли очень плохо. С точки зрения эмоций, желания, борьбы. Несмотря на победу в матче, тренер саровской команды тоже остался недоволен игрой своих подопечных. По его мнению, ребята могли и раньше переломить ход игры в свою пользу. Немножко удаление подвели. Если бы не удаление, то уже после второго периода можно так бы было спокойно играть. Но вот то, что дисциплина немножко подвела, удаление, и счет 5-4 в конце как бы дали шанс почувствовать команде соперника, что они могут выиграть. Штрафовали юных хоккеистов в каждом периоде. Игроки обеих команд нарушали правила и отправлялись на скамейку запасных. В следующий четверг юные спортсмены из команды «Саров-2005» скрестят клюшки с хоккеистами из Первомайска, которые занимают верхнюю строчку турнирной таблицы.